Можно даже со звуком, все равно. Давай. Вообще-то я снимаю. Ну, хочу сказать тебе привет, если ты зашел на это видео, так как оно не кликбейтное и мне правда пришла посылка от Авакина. Заказать эту посылку нигде нельзя, так как компания Lockwood сама решает, кому ее уже можно отправить, а кто еще не заслужил ее получение. От меня в этой истории зависело только то, как я отвечу на вопрос, хочу ли я получить эту посылку или нет. Как вы видите, я согласилась, и сейчас я снимаю анбоксинг или же распаковку этой посылки. Я думаю, что это довольно интересно, поэтому желаю вам приятного просмотра. Останови! Когда я открыла посылку, первое, что попалось ко мне в руки, это футболка Lockwood. Это то, чего я больше всего хотела здесь увидеть. Мне очень нравится эта футболка, она удобная и на ней качественный принт. Далее я увидела специальную подвеску для бейджика от Lockwood. Она очень прикольная, но я не знаю, куда с ней можно сходить. Следующее, что я увидела, это медиаторы для гитары. На каждом из них с одной стороны написано Devenue, а с другой Avakin Life. Пришли мне такие три штуки, видимо, на случай потери или поломки. Ну а следующая вещь, которую я здесь нашла, это маленькая и миленькая брошка в виде диджея малютки. Также я нашла в посылке наклейки от Avakin, и уж поверьте, я найду им применение в следующих видео. На самой посылке, кстати, тоже была наклейка. Ну и последняя вещь, которая была в посылке, это ручка от Lockwood. Что ж, ребята, для меня большая честь вообще получить эту посылку и уж тем более распаковывать, понимая, что все это теперь мое. Спасибо большое компании Lockwood за этот прекрасный подарок и вам за просмотр этого ролика. Но на этом видео заканчивается, поэтому мне приходится сказать вам пока.